Актюбинцам, внесшим значительный вклад в развитие региона, вручили государственные награды. Мероприятия приурочили ко Дню Республики. На встрече также подвели итоги социально-экономического развития области. Мухаммеджан Зарлыков за 45 лет тренерской работы воспитал целую плеяду талантливых борцов. Его ученики не раз становились победителями республиканских и международных турниров. Говорит, что испытывает особую гордость за страну, когда казахстанские спортсмены стоят на пьедестале почета. Поднимается флаг и звучит гимн республики. За многолетний труд тренера отметили медалью Ерен Енбегеушин. Это, конечно, радостный день. 45 лет работать тренером. И тебе такое достижение дают, тебе поздравляют. Это, конечно, очень трогательно. Спасибо всем. Государственные награды разного достоинства вручили ветеранам труда, педагогам, деятелям культуры и науки, общественникам, предпринимателям. У региона немало достижений в самых разных сферах. Строительстве жилья, дорог, газификации сел, развитие сельского хозяйства. И в этом есть заслуга каждого награжденного. С Днем Республики, который спустя годы вновь обрел статус национального праздника, жителей поздравил глава региона. День Республики – всенародный исторический день, символизирующий нашу общенациональную целостность, состоявшуюся государственность. Это день воплощения мечты наших предков, национальной идеи и государственной идентичности. Это праздник, олицетворяющий нашу независимость. Для гостей подготовили театральную постановку, рассказывающую о становлении независимого государства, а также концертную программу. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Актобе, Хабар 24.